Я как-то спонтанно попал в лес при усадьбе семьи, царской семьи Романовых. И вот теперь тут с черного хода зашел и блуждаю. Впереди он перегорожена ленточкой. Еще куда-то дорога идет. И в лес. Пойду в лес. Вы бы знали, какие тут запахи. Просто офигенно. Как говорится, почаще совершайте прогулки почаще. Ну, куда меня тропинка это приведет? На карте где-то обозначена в том направлении беседка семьи Романовых. Тропка привела меня на более широкую дорогу. Она еще асфальтом покрыта. Значит, я на верном пути к беседке семьи Романовых. Но беседки нет. Есть ворота Идра в них. И дальше идет куда-то дорога. Хрен пойми. Непонятно. Я через эти ворота вылез на берег реки Куры. Вот они. Возможно, я сюда еще вернусь. Хо-хо, я нашел беседку, она где-то на горе. Надо вернуться и идти туда через лес. Долго ли, быстро ли, после эйфории или там стресса выхожу. Короче, я из леса. Вот она, беседка семьи Романовых. Оттуда, говорят, хороший вид. По идее, вот оттуда я должен был прийти. Вот сюда и подняться к беседке. Ну, что-то давно тут цари не ходили, мне кажется. А еще лучше вот дорога. Главнее. И вот цель моего путешествия. Сиюминутная цель. Что тут у нас с видами? В эту сторону красиво. А в эту сторону у нас какой-то разрушенный замок на горе. Царский тоже, поди. Иду назад. О, появились первые фонари. Интересно, работают они. Ага. Ленточка. Нельзя ходить, да? Фух. А вот уже первое строение. Говорят, что это вилла в марокканском стиле. О, статуи есть в лучах заката. Так. Здесь у нас ленточка. А наверху. Наверху даже лавочка. Представляете, чтоб никто вообще не посмел туда подойти. Ну, я, конечно же, подойду. Вот это, кстати, мост там виднеется, по которому я хотел сюда перейти, но он оказался заварен. На видео я вам с той стороны не показал. А с этой стороны написано, что это здесь собака. Вот. Кстати, я собаку-то видел с той стороны моста. Вот так вот это все выглядит издалека. Красиво. Вот так вот это все выглядит, если чуть-чуть поближе. Еще красивее. Вот так вот выглядит фонтан на сегодняшний день. Эстетика упадка. Царская семья упадническая. Смотрите, я пересек черту. Попробуем подойти поближе. Что-то я очкую. Хотя тут никого нет, кроме собаки, походу. Ну ладно, дальше я не пойду. Все равно там
забита на зиму, закрыта. Но смотрите, смотрите, хорошо цари жили. Хорошо русские самодержцы жили. Do not cross, patrol police line. Оп! Оп! Пару раз пересек. Ну вот еще один вид этого прекрасного сооружения в марокканском стиле. Будка охранника. Охранника нет. Ну вот есть вот такая арочка спонтанно.